Врач-гастроэнтеролог Елена Садомова в профессии 8 лет. В режиме сутки через трое Елена работает в так называемой красной зоне, где лечат пациентов с COVID-19. Вместе с напарником они сменяют друг друга каждые 4 часа. Переподготовка, говорит врач, помогла в экстремальной ситуации. Данная ситуация, которая происходит, подтвердила это еще больше, что нужно постоянно повышать свои знания, кем бы ты ни был, каким бы специалистом ты ни был. Ты всегда учишься, потому что это может коснуться каждого. Благодаря онлайн-курсам врачи неинфекционного профиля могут оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Обучение проходит в течение 6 дней по 6 часов сразу по нескольким программам. Например, диагностика лечения коронавируса и ведение пациентов с вирусными пневмониями. Я считаю, что это опыт уникальный, который позволил нам выявить многие положительные стороны в организации работы нашего университета и конкретно нашего института профессионального образования, показал высочайшую адаптивность профессорско-преподавательского состава к новым условиям. Обучение в клиниках бесплатное. К самарским специалистам за помощью обращаются коллеги из других регионов. Так, более 200 медиков из Республики Мордовия планируют пройти обучение в Институте профессионального образования САМГМУ. Мария Илчан, Николай Епифанов, события.